была я. Все впереди, все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых. Год 41-й, начало июня. Все еще живы. Поставь шагом. Марш. Какое же дыхание не важно. Уважаемые жители города Абакана и гости столицы нашей республики, мы начинаем торжественную церемонию ритуала памяти с возложением венков и цветов к мемориалу воинской славы, посвященного 78-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Завтра наступит день, с которого 78 лет назад начался отсчет мирного времени. День Победы. Это не только праздник. Это особый день в календаре. В городах и селах нашей Родины пройдут праздничные мероприятия в честь Великой Победы. В этот светлый, радостный праздник мы с гордостью будем вспоминать о подвигах наших дедов и отцов, дарить улыбки, стихи, песни и самые теплые слова поздравлений всем, кто приближал победу на фронте и в тылу, кто выстоял в тяжелейших условиях, не сломался, не пал духом, кто победил. А сегодня день памяти и печали, скорби и великой благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял Родину и свободу. Смирно! Шагом! Марш! Открывает церемонию торжественного ритуала памяти с возложением венков и цветов к мемориалу воинской славы глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия Валентин Олегович Коновалов. Год 42-й. Все в тылу загудело. Сквозь муки и боль тыл дорвался до дела. Будь каждый сегодня в работе герой. Год мужества. 42-й. Смертного подвига. Год 43-й. Битва на Волге. Презрение к смерти. Курской дугою на танковых лапах, цепью стальною уходим на запад. До встречи справа! На караул!
Год героической славы, 44-й. Вышли к границам и поступью твердой. Мы побеждаем, пьем воздух свободы, освобождаем другие народы. Год Великой Победы. Никто не забыт, и ничто не забыто. Мимо обелиска замедли шаг, остановись, и голову склонивши низко, ты низко павшим поклонись. Они ведь все, как мы хотели, жить мирно, строить и дерзать, но им пришлось надеть шинели и в бой идти, страну спасать. Церемонию возложения цветов и венков продолжают представители от ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев. Сердце словно опалило, седина в висках. Прошлое рекой уплыло, но душа в слезах. В бой за Родину солдаты шли за шагом шаг, верили в победу свято, не сломил их враг. Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон. Живым героев чтить, не забывать, их имена хранить в бессмертных списках. Об их отваге всем напоминать и класть цветы к подножьям обелисков. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города. Покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь Родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Речонку со скрипущим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Немного осталось из тех, кто в боях
прошли до Берлина полсвета. В мороз и пургу, через горе и страх, пусть вспомнят живые про это. Так было. Внезапно настала война. Пришли небывалые беды. И все, что могла, отдавала страна для фронта, для славной победы. И каждую пять нашей русской земли омыли мы кровью и потом. Но правду враги здесь сломить не смогли, не справились с гордым народом. А павшие живы все в наших сердцах, безмолвно стоят рядом с нами. Церемония ритуала памяти продолжает. Архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан, священнослужители Абаканской епархии Русской Православной Церкви, глава администрации муниципального образования город Абакан Алексей Викторович Лёмин, председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Юрьевич Тупикин. На черный мрамор символ тысяч бед, под шелест флагов, хвои и дождинок, роняет пламя ярко-алый свет, боль всей страны, собравшего едино. Все, что могла Россия совершить во имя благодарного потомка, в огне бессмертном продолжает жить, как наша память, жарко и негромко. Нет у него ни званий, ни наград. Лишь наша память бьется в сердце с силой. Он верный сын и родины солдат. Огонь не гаснет над его могилой. Летят года, уходят в вечность даты. Но эту не забыть нам никогда. Бессмертного полка солдаты в его строю останутся всегда. 4. И те полки шагают в ногу с нами. В рядах их мощь, уверенность и сила. Их шаг все тверже и сильней с годами. И в них всегда уверена Россия. Наши силы множит, связала с прошлым нас стальная нить. Нам пламя вечного огня сердца тревожит, и нас никто не сможет победить. Чтите долю солдат за слезу матерей, и окопную сырость, и грязь. Чтите долю солдат за потерю друзей, за великую с родиной связь. Чтите долю солдат в деревнях, городах, поклонитесь у братских могил, и пусть вечный огонь отразится в глазах и придаст всем надежды и сил. На сердце тревожно, журавли так печально летят. Взгляд от них отвести невозможно. Это души погибших солдат.
Понеслись они плавно и стройно вслед за солнцем к чужим берегам. Журавли, вы несите достойно, эти души так дороги нам. Нам завещано помнить о павших, о защитниках нашей земли. Души светлые, чистые ваши, понесли в небеса журавли. Церемонию возложения венков к мемориалу воинской славы продолжают. Главный федеральный инспектор по Республике Хакасия аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Владимирович Холодов. Начальник Абаканского гарнизона полковник Андрей Николаевич Баринов. Руководители силовых министерств и ведомств. Враг смолкал и снова шел на приступ. Со степных курганов видел он город, за которым Волжский выступ острием на запад обращен. С трех сторон стесненный черной чащей Сталинград, прижавшийся к реке, мог казаться издали висящим на прибрежном тонком волоске. Как же он вставал из-под обломков? Где таился сил его запас? Спросит и у нас, и у потомков изумленный мир еще не раз. А когда бойцов о том спросили, с гордостью ответили они, что на Волжском выступе Россия вся как есть теснилась в эти дни. Было ей великой места мало, кликнул Сталин клич заветный свой, и черта береговая стала для врага чертою роковой. Над нами и над снегом чистым здесь возник победный раз, шум знамен. Два! Не напрасно видно Волжский выступ. Три! Острием на запад четыре, обращен. Пять! Шесть! Семь! Восемь! Шагом! Марш! В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели вчерашние мальчишки цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Thank you.
Цветы возлагают члены правительства Республики Хакасия, члены Федерального собрания от Республики Хакасия, представители Верховного Совета Республики Хакасия, руководители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, руководители и представители ведущих предприятий Хакасии, руководители общественных и коммерческих организаций Республики Хакасия. От неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны, нас миллионы незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. Все то, что мы в окопах защищали или возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственные жизни положив. И хоть списали нас военкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. И вы должны, о многом беспокоясь, пред злом ни шагу не подавшись вспять, на нашу незапятнанную совесть достойное равнение держать. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас много, миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Коротка, но часто вмещая года и века, набатом стучишься ты в наши сердца, чтобы помнили всех, кто стоял до конца. Минута молчания, и слов не найти. Минута молчания, из самой груди, из самого сердца сорвется не крик. Молчание повиснет, минута лишь миг. Объявляется минута молчания. Thank you.
Салют и слава годовщине навеки памятного дня! Салют победе, что в Берлине огнем попрала мощь огня! Салют ее большим и малым творцам, что шли путем одним, ее бойцам и генералам, героям, павшим и живым! Салют! Отводят взгляд. Четыре долгих и тяжелых года стояла насмерть русская земля. Отцов на фронт ушедших на заводах сменяли, подрастая, сыновья. Как мало тех, кто воевал, осталось, тех, кто в тылу вносил в победу вклад, и в чьих сердцах без вида на усталость мы слышим грохот давних канонад. Мы помним вас, герои, поименно, и гордо ветеранами зовем, и от потомков всей страны огромной за ратный подвиг низкий вам поклон.